Друзья, дорогие собачане и гости города, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами встречаем день мира нашего города, день, когда жизнь вновь начала жительствовать в этом граде, в этом древнем великом Сураже, городе Судаке. Мы отмечаем память, когда мы были избавлены от фашизма. И как важно сохранить в душе память о тех людях, которые отдали свою жизнь, которые воевали за освобождение нашего города. Но помнить, что беда эта не ушла, и мы должны каждый противостоять этому честным и искренним трудом, заботой о ближних, любовью друг к другу. Мы сможем победить то зло, которое может надвинуться на всех нас. Дай Бог всем вам здравия и созидания в этом святом граде.